Всем доброе, прохладное воскресное утречко. Я приехала в свой любимый магазин Goodwill Outlets, или свалочка, барахолочка, как вам больше нравится. И мы идем искать клад. Всем доброе утро еще раз. Я уже внутри нахожусь, и нас пустили сегодня на 10 минут раньше. Здесь пусто вообще, смотрите, какой кайф. Так что нужно быстрее рыться и смотреть, если что-то найду интересного. Вообще сегодня моя цель — найти одежду, конечно же, потому что кукла какая интересная. Потому что вчера я вообще из одежды ничего не нашла, две вещи всего. Про куклу кто спросил, помните, я вам вчера нашла куклу, я их взяла и вам говорила до этого, что если куклы я не беру, потому что они мне кажутся страшными и так далее. Но я объяснила, что вот именно эти куклы, они очень, ну, даже симпатичные, они мне понравились. А вот есть прям такие старинные-старинные, прям ужасные, страшные. Прям на них смотришь, и тебя передергивает. То, что я нашла вчера, это от этого меня не передернуло. Поэтому я их взяла, и потом я еще увидела по ценам. И поэтому я их решила взять. Так, вчера я не была здесь на своей любимой свалочке. Посмотрим, что меня сегодня здесь ждет. Пока я вижу только одно барахло. Ничего интересного. О, какие сапожки. На Инвестат один, вот второй. Кому надо, приезжайте, забирайте. Акула, подушка акула. Так хорошо, сегодня главная мафиози здесь, их предварительница. Но когда их мало, тихо и спокойно. Но все равно, говорю, после вчерашнего это просто рай. И все наши местные мафии — это просто ангелы. Так что сегодня не буду жаловаться. Я же вспоминаю, что я нашла лампу Аладдина здесь в пятницу. Но я не могу вспомнить, где она. Я ее помню точно, что я ее покупала, я ее брала. И сегодня я утром расставлялась, и я не могу ее найти. Лиз Кларбон сумочка. Так, здесь еще вот такая сумка есть. Вот это кожаная сумочка. Сразу же видно. О, какая картина, смотрите. Успокаивает нервишки. Классно, классная вещь, кстати. Так, там я все посмотрела. Все роются в одежде. Ого, нифига себе размер бутылочки с водой. Я даже не знала, что такая бывает большая. А вот и новогодние украшения пошли. О, они сейчас будут менять. Они сейчас будут менять эти бины. Круто. И я сейчас пойду и буду стоять там, когда вывезут новые бины. Сегодня, похоже, будет удачный день, потому что я пришла, пустили раньше, только зашла, уже барахлишко будет сейчас менять. Ну, посмотрим. Посмотрим, что сегодня у нас здесь будет. Ладно, пойду я вставать туда, пока эти не пришли самые главные. Встану прямо в середине и буду стоять. Сегодня я настроена толкаться и рвать, как говорится. Вот это новое здесь вынесли, только ничего интересного я здесь не вижу. Сапог интересный. Да,
мы когда стояли, одна тоже уже подошла такая возле меня. Я говорю, не толкай меня, не стой возле меня рядом, пошла вон отсюда. И та самая главная мафиози такая, ой, она сказала, чтобы я ее не трогала. Все барахло собрали, все говно собрали, извиняюсь. Ничего интересного, здесь одни вешалки вообще, посмотрите. Вешалки какое-то, зеркало. Подушки, подушки, парадно-выходная обувь, Сэм Либи, вообще ничего, ничего, и вот сапоги Nine West, как они, у меня еще не угнали мою тачку, ни черта интересно вообще нету. Мужичок там выхватил такие хорошие, знаете, игрушки для елки. Винтажные, похоже. У меня были, кстати, одни винтажные для елки. Я их продала уже. Только что отсюда вытащила тапочек от Terry Birch один. Сейчас пытаюсь найти второй. Ой. Но, возможно, одна из этих морфуш уже его выхватила. Стекла. Опасно. Да вот, похоже, та, которая меня здесь стояла, толкала. Надо ее вытолкнуть нафиг отсюда. Да, ушла. Уйди, не мешайся нам. Второго я здесь, к сожалению, не вижу. Возможно, кто-то взял. Может быть, уже сбросил. Не знаю. Не знаю. Щелкунчик очередной. Здесь игрушек очень много всяких новогодних. Опс. Опс. Victoria's Secret Pink, новая, но она вся, видите, новая, старая, скажем так. Так, ну не нашла я второй-то. Будем ждать, когда кто-нибудь его сбросит. Смотрите, какая балерина. Побитая уже тоже все. Стив Мадден. Думаю, что здесь есть второе. Придется ждать, пока
красотки его выбросят. Что нашла, видите? Любимую фирму Фрай. Ого, какие постиратели, мне кажется, отлично будут выглядеть. Смотрите. Я думаю, что это можно белое отстирать. Они очень классно смотрятся, смотрите. Вот эти вот наклейки и шипки. Интересно, можно ли их отмыть? И размер такой большой, хороший. Отложу я их. Манола Бланик, пожалуйста. Вот. Вон там есть второй, но они все потертые и стертые. Еще вот такие есть. Здесь вот это уже не оттерется, я думаю. Ничего интересного здесь. На прошлой неделе я нашла вот такую сумку такой фирмы Pruno. Как она называется? Вот перчатки, что плохо, что я вот не могу почувствовать, кожаная это или не кожаная. Это что такое чайное? Roundup. Смотрите, какие бокалы. Ну, кто-то сам украшал их, я так понимаю. Ну что, теперь у нас миссия найти второй Тори Бёрч. Будем ждать, когда его кто-то скинет. I wanna move. Моднячие очки, посмотрите. Так, ну что, пока никто ничего не скинул. Ждем. Хочу вам показать, смотрите, какая интересная вазочка. Такая необычная, но здесь нет никакого ни названия, ничего. Отложим. Нина, made in Spain. Это уже кто-то из них скинул сюда, видите, этого здесь не было, если вы вспомните. Модный сапожочек. Вот кожаный хороший. Пытаюсь увидеть, что за фирма, но не вижу. Via Spiga. Ладно, пойду к телеге подойду пока. Там новую одежду сейчас будет выносить. Кстати, я вот здесь еще не рылась даже, мне кажется. Я начала здесь рыться, и потом они уже начали выносить новые бины, и я просто это все обошла стороной. Как же классно, когда здесь мало народу, вообще просто кайф. Какой слоненок. А нет, мы здесь рылись, смотрели, это просто тоже кто-то сбросил. Пойду в этих самых первых бинах посмотрю, если кто-то что-то сбросил, то, что я ищу. Дольче Вита, сколько обуви сегодня прямо. Точно новую коллекцию завезли, я смотрю. Это кто у нас? Spring, не знаю.
Не знаю, кто такой Спринг. Кожаный ремешок я вижу здесь. Порванный. Не берем. Я сегодня надела сверху такую кофточку, кардиганчик свой. И сейчас понимаю, что мне становится в нем жарко. А вот то, что я хочу себе. Ну почему это он пустой? Где содержимое коробки? У меня на этой неделе столько... Три раза же была, получается, на свалке на этой неделе. Нужно много фотографировать, выставлять. Так что буду занята всю неделю, на следующей неделе. О, Гесса, я думала, Прада. Гесса, я думала, Прада. А похоже, да, кстати, вот так чем-то. Внутри ничего интересного нет. Так, новую одежду сейчас вывозят. Пойду туда, потом вернусь здесь смотреть, если найду второй Тори Бёрч. Стив Мадден. Косметичечка. Пока никто не сбросил. Ай. Мне так не нравится, когда тебе нужно искать вторую полупару, но когда ты ее находишь. О. В ужасном состоянии. Такой я брать точно не буду. Вот такая вот кофточка от Оскар де ла Рента. Размер small. Но вот здесь вот есть затяжка. Даже если ее вытянуть с той стороны, все равно будет это заметно. Очень жаль. Это можно взять, посмотреть. Не знаю даже. Не, это бесполезно здесь, я думаю. В шмоточках смотрю. Сейчас там новые будут вывозить. Пойду туда смотреть. Что-то странно, время уже, в принципе, 8:30. Народа нет. Наверное, на черную пятницу все деньги истратили. Может, выходной решили взять себе. Как вы видите, здесь нужно рыться, искать. Да, кажется, со стороны куча барахла, куча мусора. Но в такой куче мусора реально можно найти, вы сами уже знаете. Судя по моему опыту, моим видео, что можно реально найти клад. Если бы нельзя было, люди бы здесь не рылись. Похоже на... Forever 21.
Old Navy. Ну что, сегодня за эти полчаса мы с вами уже увидели Оскар де ла Рента, мы с вами уже видели, что Мануэла Бланк, Тори Бёрш. Угу. Найти бы все это еще полностью и в идеальном состоянии было просто супер. American Eagle. Это неинтересно. American Eagle. Неинтересно. Лей, что-то слышала где-то. Отложу. А здесь вот такая лежит курточка кожаная, обалденная, качественная кожаная. Фирма Murano Collezioni. Large размер, размер хороший. Все ничего, все замечательно, если бы и вот здесь, видите? Вот здесь вот. Рваная. Ну, это тоже, я думаю, можно как-то отремонтировать. А так она, смотрите, какая. Она в отличном состоянии. Давайте-ка мы ее отложим и посмотрим. Если ее можно продать за несколько сотен долларов, то я готова ее отремонтировать самолично. Так. Что еще здесь к нам сбросили? А вот еще кожаная курточка. Ну, это все рваная. Местная мафия идет ко мне. Она увидела, что я здесь роюсь. И решила подойти. Вот она. Там новогодние игрушки смотрит, которые я смотрела. Вот эти елочки там подходила. Такие качественные. Она сейчас туда подошла. Они ж такие, они смотрят, один что-то делает, им нужно повторять. Вы уже это поняли, исходя из моего пятничного видео. Я стою здесь, она бежит туда же. Это вообще сумасшедшее. Я, конечно же, была в прошлый раз. Вы видели, вы помните. Это реально было смешно. О, какой красота. Что-то они еле вывозят одежду. Видимо, одежды у них мало. Там, кстати, сзади я только что видела, там у них столько всего, много. Всяких разных, видимо, донейшн. И барахлишка, и одежды, и всего. Так что сегодня, я думаю, будут меня чаще. И, возможно, что-то мы найдем с вами. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам нравится, что мы смотрим вместе также одежду, а не только барахлишечка. Потому что, может, я хожу, роюсь в этой одежде, вам даже не интересно это смотреть. Стоит ли мне одежду тоже дальше снимать вот так? Вместе. И одежду немножко, и немножко барахлишечка. Всего понемножку. Я думаю, кому-то нравится одежда, кому-то барахлишка. Думаю, что вы не будете против. Если я добавлю вот это тоже. Так, вот это винтаж. Винтаж, точно. Lucky Brand. Как я узнала? А вот по этим штучкам. Кстати, Lucky Brand, это у них лого. Это вот этот, знаете, лепесток какого-то растения. И вот этот, как же он называется? Тони Робинс. Он... У него кепка, он в последнее время начал носить вот с таким же лого. Стырил лого у Lucky Brand. Тони, как ты посмел? Как ты посмел? Или вы договорились с ними? С Lucky Brand. Смотрите, сколько карточек здесь. Тоже можно, возможно, порыться, что-то найти, но я в этом не понимаю, поэтому я туда лезть не буду. Да, я знаю, что это я смотрела видео. Там эти карточки можно и за 100, и за 200, и а то и больше продать. Но нужно в них разбираться. Я в них совсем. Ну, никак. А полную коробку полностью покупать, потом дома смотреть, я это делать не буду, простите. Это не кожаная. Эту фирму я вам уже говорила. Но в секонд-хенде, в обычном, я ее покупать больше не буду. Только если на свалке найду. Несмотря на то, что она вроде бы дорогая такая. Все равно не буду брать.
Ну что, вывозят? Вывозят новые вещи, пойду рыться туда и потом подключусь. Шла в сторонку, чтобы вытащить то, что я нашла. Здесь у меня новые леггинсы от Экспресс с этикеткой $60. Вот это я еще не разобралась. Что за фирма? Может быть. Какую-нибудь. О, да, Lululemon, я права. Я права. Я чувствую, у меня уже нюх на это, вы уже знаете. Так, что вот это? Это платье от фирмы Атлета. Вот оно. Название покажу. Размер хороший, опять продавалась, вы видели, где уже. Надо все посмотреть будет, потому что, возможно, какие-нибудь дырки. Так, а это что? А, это платье. Оно новое, с этикеткой J. Crew. Поэтому я его выхватила, скажем так. Какие-то джинсы взяла. Необычные мне показалось, взяла посмотреть. Это я даже не смотрела. Почувствовала, что это кашемир. И схватила, вы уже меня знаете. Да, pure кашемир, 100%. Надо посмотреть на дырочки, на все-все-все. Здесь. А, это что-то с BMW связано. Puma. BMW. Возьмем, посмотрим. Так. А у меня была здесь еще одна в сумке курточка Uniqlo. Она у меня где, интересно? А, вот она. Здесь. Все в порядке. Я уже переживать начинаю. Так, пойду дальше. Сегодня народу немного, очень классно здесь. Видите, опять меняют бины. Второй Тори Бёрч так я пока и не нашла. Но я не, как сказать, надежда умирает последней. Вывезли новая барахлишечка. Мне удалось выхватить коробку целую со всякой разной посудой. Я еще не смотрела, буду смотреть потом. Вместе посмотрим. Два кругляшка вот этих. Стекло Мурана какое. Один такой огромный-огромный прямо. Еще какую-то коробку. В общем, все это потом будем смотреть вместе. I'll be careful with glass in there. Just the glass. Excuse me. Еще за сумка. Новая коллекция. Balenciaga. Нет, не Balenciaga. Лондон, Париж, в общем, какой-то. Без мел отложим.